заброшенная усадьба. Это место загадочных смертей и оккультических ритуалов. Сегодня я отправляюсь туда для того, чтобы выяснить, есть ли там какая-нибудь паранормальная активность. Меня зовут Александр Кошкин, это проект «Сверхъестественное». Приятного просмотра. Так, друзья, я добрался до этой жуткой усадьбы. Сейчас время 1:00. Очень долго до сюда ехал. Далековато от моего города находится. Вот присмотрел здесь уже для себя вход. Здание в очень аварийном состоянии, его вон балками, видимо, укрепили. Так-с. Здесь кто-нибудь есть? Давайте пройдемся в это крыло сначала. Под ногами у меня вот такая вот система. Все в очень плохом состоянии. Так, лестница. Достаточно жуткое место, друзья. Сама по себе усадьба вроде двухэтажная. Сейчас не знаю, можно будет на второй этаж подняться, нет. Что это было? Что это было? Кто здесь? Фу, друзья, у меня просто руки трясутся. Было на втором этаже. Здесь кто-то есть? Друзья, в 1:00 здесь кто-то лазит. Что такое? Ты здесь не один. Друзья, мне просто сейчас мурашки по телу бегут. Так вот, лестница. Бля, честно говоря, мне сейчас дико страшно подниматься на второй этаж. Если там кто-то есть, выходите.
Здесь кто-нибудь есть? Честно говоря, у меня, друзья, даже слов нет. Я не знаю, что сказать, я просто нахожусь в таком напряжении. Если здесь никого нет, откуда тогда будете? Кто тут? Кто здесь? Не, реально, ребят, если здесь кто-то есть, то это ни хрена не шутки. Твою мать. Что за хрень-то вообще происходит? Фу, бля, друзья. Я, честно говоря, не знаю, что сказать. Но если здесь кто-то есть из людей, то просто я не знаю, куда они могли деться. Хотя вот здесь еще одна какая-то лестница. Там кто-нибудь наверху есть? Да, друзья, я туда не полезу, потому что лестница, сами видите, какая аварийная. Я хрен узнать, что это было. Но это меня здорово, он прям перепугало. Сейчас вроде пока тихо. Так, ладно. Сейчас хочу провести эксперимент. Скорее всего, с диктофоном послушаю, что тут есть. Итак, друзья, сейчас хочу провести эксперимент с диктофоном. Посмотрим, что он мне покажет. Если здесь есть кто-то, кто может со мной поговорить, дай мне знать. Поговорить. Дай мне знать.
друзья, сейчас на записи реально был какой-то голос. Друзья, у меня просто пропало сейчас. Я не знаю, что сказать. Но там реально что-то записалось. Реально был какой-то голос. Честно говоря, у меня впервые такое, чтобы я пришел на локацию. Буквально прошло очень мало времени и так быстро что-то проявилось. Давайте еще раз попробуем. Если здесь есть какая-то сущность, которая мне может что-то сказать, дай мне знак. Если здесь есть какая-то сущность, которая мне может что-то сказать, дай мне знак. Сейчас, друзья, тишина. Да, ладно, давайте пройдемся еще. Послушаем, может быть, что-то еще будет. Так, друзья, давайте немножко посмотрим, что здесь еще есть. Эти глаза просто смотрят прямо мне, прямо в душу. Что это такое, бля? Кто здесь? Да кто здесь, твою мать? Здесь кто-то есть? Бля, друзья, у меня просто руки трясутся. За хрень. Полетели, друзья. Бля, я четко слышал шаги.
Друзья, походу, у меня была проблема. Я забыл включить свет на лицевой камере из-за этого всего происходящего. И, скорее всего, лицевая камера, она хоть и писала, но она, скорее всего, не видела ничего. Так, давайте здесь пройдемся еще. Не, друзья, реально жуткое место. Друзья, у меня села батарея на лицевой камере, короче. Поэтому будем без лицевой пока. Дело в том, что просто на улице сегодня холодно. И она почему-то у меня быстро сдохла. Скорее всего, уже с батареей проблема. Есть кто дома? Вот в этой, друзья, усадьбе было несколько смертей. То ли люди сами с собой кончали, то ли по неизвестным обстоятельствам. А еще здесь, ну как говорят, очень часто проводят всякие. Ну, по крайней мере, проводили всякие сатанистские эти ритуалы и тому подобное. Поэтому неизвестно, что здесь вызывали. Демонов, может, всяких кого-то. Что эти люди только не делают в этих местах. Поэтому, если считать, что вот эти вот шаги, которые я слышал, были нечеловеческие, то вполне, точнее, высокая вероятность, что здесь действительно что-то водится, какая-то нечисть. Потому что вот эти вот люди, которые занимаются этим, они, мне кажется, реально немного больные на голову. Они мало того, что себя не берегут, так и еще всякую нечисть вызывают в наш мир. Не знаю, друзья, находиться здесь реально прям очень жутко. Что это было? Это я сделал? Я не знаю, друзья, у меня постоянно такое ощущение, как будто рядом со мной кто-то еще есть. Так, ладно. На сегодня у меня, друзья, все. Я покидаю это место. Потому что мне реально прям не по себе сейчас стало. Мне даже голова заболела. Я обязательно внимательно посмотрю весь материал. Прослушаю все звуки. Посмотрим,
что это могло быть. Но на сегодня я заканчиваю. Нахрен надо валить отсюда. Итак, друзья, давайте разберем самые странные моменты, происходящие на этой локации. Первый момент. Если слушать запись в наушниках, то можно услышать звук, похожий на чей-то голос. Но также есть вероятность, что это шум самого диктофона. Лично я считаю, что в этот момент кто-то пытался со мной вступить в контакт и что-то мне сказать. Потому что, включая запись повторно, этого звука уже совершенно не было слышно. Это лично мое мнение, друзья. Пишите свое мнение в комментариях, я обязательно его прочту. Двигаемся дальше, второй момент. Я больше склоняюсь к тому, что из-за аварийности самого здания просто что-то отвалилось от стены. Возможно, это был кирпич, штукатурка или что-то подобное. Двигаемся дальше. Третий и самый страшный момент на этой локации. Друзья, много раз прослушивая этот момент, я не смог сделать окончательный вывод, потому что не совсем уверен, что это может быть. Вероятнее всего, это был какой-то человек, который в тот момент, когда я пришел на локацию, сидел на втором этаже и, услышав меня, просто захотел уйти оттуда. Но есть одно но. Пробыв на локации уже какое-то время, я вновь услышал подобные шаги. Соответственно, если бы это был человек, то, скорее всего, он ушел бы еще в тот момент, когда я только пришел на локацию. Да даже если бы он не ушел, то спрятаться там было бы абсолютно негде. Поэтому этот момент, друзья, я не могу объяснить. А если у вас есть какие-то предположения, то пишите их в комментарии. Ну а на сегодня у меня все. Я прошу вас подписаться на мои странички в Телеграме, Яндекс.Дзене и на мою группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании под этим видео. Всем удачи, всем пока.